Привет, друзья! Вы в нефтяных просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакштейн Дмитрий, и мы с вами продолжаем проходить Спайдермен. Скорее всего, это будет последняя миссия, если только я не буду сейчас по 3 часа жопу себе рвать. Хотя, если буду, то вырежу, так что это, скорее всего, да, последняя серия, а не миссия. Вот. Карнаж! Ты, тварь, сейчас будешь подыхать, понимаешь? Нет. Понимаешь? Нет, иди сюда. Сука. Плохое начало, Карнаж. Да я бы смогла убежать. Я все понял. Сука, это что такое было, ёп? Умри, умри, умри! Смелая попытка. Тише будь, ёп. Я помню тактику, как тебя убивать, дружище. Только я нихера ему урон не наношу. Поэтому, видимо, нет, нихера я не помню. Поймай. Дружище. А, собака, смотри, что творит. Я, по-моему, сейчас умру. Да, я выпустил паутину не в ту сторону. Окей, 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 окей. Моему урон не наносим, по всей видимости, его надо затащить в этот центр. Значит, тактику я не помню, нихера. Это же звуковой пузырь посреди комнаты. Симбиоты ненавидят две вещи, огонь и звук. Да, да. Да, да, да. Раз, два, умри, иди умри, сюда. Умри. Эй, а мы ж пихнули тебя, ёп. Туда. О, ты глянь. Он, короче... Он очень... О, нихера себе. Он очень много урона... Он очень много урона получает. Да ёпта, как и я нахер от этого говна. Все понял. Я и он получаем урон. Я такова и он моя судьба. Получаем урон. Хорошо. Это такова моя судьба. Рачит. Симбиоты ненавидят две вещи. Огонь и... Да, сука. Чем? Пошел нахер. В этот раз симбиоты тебе не помогут. У тебя звенит в ушах. Хе-хе-хе. Кажется, я понял. От собака, смотри, ударил. Не дал мне схватить себя. А это слышишь? Как тебе, норм? Вот такое вот говно будет с тобой, понимаешь? Ирит. Тогда ладно. Да сука, как так? Я... То у меня получается, то нет. Хватать его. Получается, вот не получилось. Все, я понял. А вот я. Ты дебил? Ты че, охерел? Ты уловил тему? Да что за говно? Хорошо, теперь я что-то точно не понимаю, потому что первые 2 раза у меня вышло кинуть его. Что ж, такова... В центр этого звукового ада. Это же звуковой а потом начался полный комнаты. Пипец. Симбиоты ненавидят две вещи. Огонь и... Да знаю, я знаю. Все, успокойся. Разболтался. Умри, умри, умри! Слава тебе, Богу. Получает урон от этого? Тише будь. Тише, я сказал, будь. Эргию, да я бы смогла убежать. Я все понял, Кот. Помоги мне. Я все понял, Кот. Надо взять журнал, 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 журнал. Ты охерел, дядя. Не трогай меня! В этот раз тебе не жить! Нормально, 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 вносим. Давай, красный, иди сюда. Так, вот здесь сюда, чтобы будем драться. Поймай! Сука, какой ты шустрый, а? Ближе, 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 Спайди. Хватит, прекрати. А вот и не прекращу. Так иди же. Тише. А вот и я. А вот и я. Вот, опять не получилось. Остановив тебя, я остановлю этот жидкий план. Жидкий план. Давайте его там поддержим просто. Вот эй, так вот. Громкости хватит?
У меня просто не так много паутины было, чтобы изначально так же делать, так же поступать. Начать запись, да, конечно. В принципе, этот этап мы выполнили, дай боже, довольно быстро. Фух, слава тебе богу. А как там будет дальше? Сейчас увидите. Те, кто не знает, ох. Ты был изначально обречен на поражение. Как я уже сказал фокуснику, никто не может управлять симбиотами. Никто из тех, кого я встречал. Передохни, паучок, все закончилось. Что ж, еще один день в жизни. Ага. Ой, рано радуешься, дружок. Октавиус? Карноктавиус какой-то. Карнаж взял, точнее красная вот эта вот херня взяла и наделась на Октавиуса. Полный атас, да? И сейчас вот будет жопа. Надо сматываться. Ну то есть, ну как, я помню, что это жопно было. Понеслась. Это очень долгий процесс. И вот он, я проиграл. Потому что надо не просто убегать, Спайди. Надо пользоваться своей паутиной. Ты был изначально. Давай, давай, дружище, давай. Хорошо. Ой, блин, не кричи, я чувствую, он меня заколебет. Ой. Бьется, надо сматываться. Давай, чувак. Надо постоянно вот юзать вот эту вот. Здесь дно поднимается. Нужно нажать R1, чтобы быстрее выкарабкаться. И вот так вот нужно на постоянной основе, вы понимаете? Это полный атас. Да ты не отстаешь? Охереть просто. И это происходить должно очень долго, ребят. Пока не заполнится вот эта вот полоса. Нужно лететь дальше, паучок. Да сука, ну хватит. Хватит цепляться за стены. Я чувствую, будет полная жопа. Как остановить эти штуки? Не надо останавливать. Лети, пожалуйста, но только не в бок, а? Чувак, не в бок. Не в бок. Ой. Паучок! Не подходи ко мне. Так, ладно, если не нервничать. Если не нервничать. То у меня все шансы одолеть его. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я уже рядом с поверхностью. Третий уровень. Осталось еще два. Еще два уровня, ребят. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не могу их встряхнуть. Он дышит мне в спину! Офигеть! Отойди! Второй уровень, почти на месте! Быстрее, ёпту, быстрее! Это еще конец, берегись! Опасное место! Конечно, опасно. Ты посмотри просто на то, что творится. Спайди, бегом, пожалуйста. Не-не-не-нет, пожалуйста, Спайди. Бегом. У меня палец соскальзывает, палец. Шевелись, да! Быстрее. С первой попытки. Ну ладно, со второй. Ну можно гордо сказать. First try. Фу, пацаны, о, девчата. Октавиус. И после всего старики, этого ребята, его спас симбиот. Это было сложно. Палец охеревает. Вот это да.
Идеальное окончание идеального дня. На самом деле, мне жутко повезло. Что за... Веном? Там что, Капитан Америка был? Да. Как хорошо, что черный кот мне позвонил. Похоже, мы как раз вовремя. Эй, паучок, ты не достанешь для нас автограф Капитана Америки? О, братец. Мститель, у тебя есть тройки? Давай, сорвиголову вам покажу. В общем, хорошо, что ты к нам вернулся, паучок. О, простите, я отлучился для спасения мира. А ваши карты увидеть совсем несложно. Твой паучий инстинкт здесь тебе не поможет. Кто бы говорил, ты всю ночь ко мне в карты заглядываешь. Мне не нужно смотреть в твои карты, мститель. Твой блеф слишком очевиден. Ладно, ладно. Да, такого соперника не обманешь. Пусть это будет честная, спокойная и дружеская игра. Но кто его все время приглашает? Эй, ребята, может, хватит? Слушайте, братки, я горю. Подождите, постойте, тайм-аут. Вы все работали вместе и все равно не могли победить Человека-паука? Это не моя вина. План Дока Октавиуса был ужасен. Все же знают, что симбиоты неконтролируемы. Эй, подождите. Я а что это за чувак справа? Ты скорпион, а он осьминог. А кто же фокусник? Так что, носорог ест тройки? Оу, эй, стойте. У меня Джокер. Думаете, вы самые умные? А я победил. Ну что теперь скажете? Победа у меня. Вот вы надо мной смеялись, и кто теперь плачет? подождите, я ошибся. Очень туговат этот парень. Странно, что они в общей камере, конечно, но да бог с ним. Конец, спрашивает у нас игра? Конечно, нет. Есть еще, ну, то есть, как, я тогда в детстве не знал об этом, но сейчас точно уверен, что есть вторая часть. Вторая часть именно вот этого Спайдермена. Она не портировалась на ПК, поэтому мало кто о ней знает. Enter the Electra или что-то там про Электро. Короче, Spider-Man 2 называется она. Спасибо вам за то, что смотрели на моем канале это прохождение. Спасибо за то, что освежали вместе со мной память о Спайде. Кстати, новый костюм. Видите, можно играть теперь заново и, ну, типа, с новым костюмом, с этим вот. Вот, он уже посерьезнее, он урон вносит нехило. Насколько я знаю, в этом костюме он тем вот водным симбионом можно вносить нехилый урон. То есть там буквально за 2-3 удара их выносить к чертовой бабушке. Что, естественно, упрощает игру. Вот. Ну что ж, дайте я дойду специально, посмотрю костюм. Смотрите, у нас есть обычный Спайдермен, симбиот Спайдермена. Есть такой вот алый цвет. И Бен Рейли. Бен Рейли это, насколько я помню... А может, я ошибаюсь? Нет, скорее всего, ошибаюсь. Я тут подумал, это, наверное, чувак, который... То есть костюм Спайдера из будущего, наверное, я ошибаюсь. Ладно, симбиот Спайдера, это прикольно, уйти. А, выбор уровня 4... Нет, я тут хотел посмотреть, тут же должны быть эти... По целям еще выше. А, вот галерея, комиксы, которые мы нашли. Мало, конечно, нашли, но все равно. Кстати, инструкция. Spider-Man 39. То, что есть, то есть. Питер Паркер. Спектакулар. Спектакулар. Отличный английский чувак. В общем, я вам покажу все, что нашел. Многое пропустил, больше половины пропустил, вот, но все равно, собственно, у вас есть стимул поиграть самим, я надеюсь, по крайней мере, желание у вас выработал, это может быть даже поиграете вторую часть сами. Хотя вторая часть на моем канале точно будет. Она, возможно, не сразу появится, возможно, сразу. Сейчас я точно буду отдыхать от Спайди, но потом буду играть. И она будет уже не такая гладкая, хотя я,
это тоже прохождение нельзя шибко гладким назвать, но там, наверное, будет еще все хуже, потому что ее я не проходил, ее я буду играть вслепую. Вот. На самом деле, поиграв в Спайдермена вот в этого, я захотел еще поиграть в Панишера, захотел поиграть в кучу других игр. На PlayStation 2, по-моему, выходил еще призрачный гонщик игра. У меня спаун лежит на харде. В общем, подписывайтесь на канал, если вам интересны эти игры, они по-любому появятся на моем канале. И все, благодаря вам. Подписывайтесь на Twitter, именно там люди впервые узнали о том, что ждет это прохождение канал. И там же публикую маленькие такие какие-нибудь либо прикольные фразы, либо какие-нибудь новости в стиле, типа, вот, с новости о Спайдермене. Там была публикация в виде зомби, Спайдермен, зомби-ю, Спайдермен. И, собственно, вот такие вот спойлеры я буду давать периодически в Твиттер. В Инстаграме тоже можете для себя, возможно, что-то найти. Не голых женщин, конечно, но мало ли, может быть, пытаюсь там создать уютненькую атмосферу для вас. В общем, жду вас везде, также ВКонтакте, который по большей степени и является таким порталом для общения вместе с вами. В общем-то, все сказал, по-моему. Еще раз огромное всем спасибо, всем тем, кто думал и гадал, точнее, желал мне пройти игру. Всем пока, удачи! We'll be right back.